Мои любимые девочки, сейчас мой муж проходит. Смотрите, что принес. Это ему подарили. Угадайте, на него напали, девчонки. Я в одну фрукту. Помните, я вам снимала? Суп делаю из овощей. Бросила курицу, ножки куриные. И морковь там, пойро. Не знаю, как будет на русском. Пойро, морковь, капуста. Короче, хутур-мутур, вкуснейший суп будет, просто супчик. Вот такой жидкий, знаете, он как чистилка, да, я вот так называю его. И вот, я же, помните, девчата, ходила с вами фрукты покупать. И что вы думаете? И я записывала, а они из Марокко. У нас здесь говорят марокинцы. Ну, я не знаю, как вы на русском говорите, но арабы. И он такой останавливает моего мужа и говорит: Эстеван, ну, Эстеван тоже не говорит, эй, вот так, ну, он не знает его имя, да? Слушай, говорит, твоя же жена, говорит, блогер, говорит, сколько раз, говорит, я старался, говорит, ее увидеть, говорит, не могу найти туда и сюда, короче. Начал вот этот спрашивать за мой канал. Эстеван говорит, да, 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 у нее еще один там канал есть, Мукбанк есть канал, у нее там у моей жены 3 канала, и у меня, он такой, вау, туда-сюда, сколько подписчиков, короче, это все поспрашивал, девчата. И говорит, сними мою фруктовость. И Стелла такой говорит, я такой. Он такой говорит, ай такой, хахтач. И говорит, я просто так не могу здесь все время терять. Мое время стоит денег. Он такой, я тебе фрукты подарю, говорит. А Стелла ушел купить. Купил этот, дыню купил там, огурец купил, печатал. И он говорит, я тебе клубнику подарю. Ящик, а если он покупать хотел? Он такой, ну, раз будешь дарить. И того, короче, сегодня рекламу сделал. О, он, сейчас я запущу этот ролик. Рекламу ему сделал. Он говорит, такой довольный. Говорит, все люди, говорит, стояли. Все, говорит, разрешение дали, сказали, снимай. И того, говорит, я, говорит, сниму. И того, говорит, прежде чем снять, говорит, а ну телефон сюда давай, говорит. Вот, говорит, а ну подпишись. Он такой подписался, короче. И теперь если он сейчас загружает видео, сейчас запустит. На таких эмоциях. На меня напали, говорит. Я вау, такой довольный, короче, вышел бедный. Мой золотой. Хочу, вот, девчата, вот знаете, да, вот тут даже вот хочу садага сделать. У нас вот так говорят. Хочу раздать конфеты, да. Вот завтра в школу пойду, сейчас куплю конфеты сегодня. Завтра в школу пойду, девчата, Кайтаночке дам, скажу, лучше Кайтаночке дам, скажу, дай конфеты твоим одноклассницам, всем раздай. Почему? Вот, потому что я говорила же, что если все хорошо выйдет, хочу сделать, раздать конфеты, куплю такие. Садага не бывает мало или много, девчонки, садага, это вот то, что ты можешь. Но я хочу хорошие конфеты взять, вот Ферреро Роше, что-нибудь такое возьму, пару коробок, да? Пускай она раздаст детям в школе. Угостить их всех. Вот так. А то мой араб говорил, предупреду. Ой, девчата, какой он несерьезный. Вот, девчонки, вот супчик уже почти готов. Сейчас будем кушать. Я купила ножки. Я же говорю, вот в этот магазин зайдешь. Я не знаю, девчонки, дорогущие. Я люблю все равно Меркадону. Мне и вкус не нравится. Ладно, был бы дорогой и было бы так. Мне все равно нравится больше там. Но какую находку я нашла, смотрите, сейчас я вам покажу. Эти овощи, которые я сейчас варю, они свежие. А вот я покупаю еще вот такие пакетики. Вот это я постоянно покупаю там в Меркадоне. Вот здесь есть брокколи, такая капуста, цветная и морковь. И я вот тут увидела в этом магазине, да, и думаю, а это то же самое. Нет, девочки, это не то же самое. Смотрите, тут горох, шампиньоны, морковка, горох. Вот такой и цветная капуста, еще вот это. И мне и захотелось.
А я-то думала, что это вот это одно и то же. Вот это прозрачное. Но здесь и больше гороха, конечно, они, потому что больше дешевле, тем больше кидают, да? И вот я купила. Знаете, как они выручают, эти пакетики? Пипец, как выручают, девчата. Вот что-то там, раз там закинула там. Это ладно там. Раз там закинула. И без проблем, девчат. Вот с любой вещью. Даже в этот, в духовку. Просто в этот. Сделала какие-нибудь котлетки и вот на пару можешь сделать. Я очень часто пользуюсь с овощами. Потому что я сейчас жирное не ем, девочки. Я сейчас такое сильно жирное, такое, ну, не хочется, не хочу. Понимаете? Я вот салаты сейчас вот так. Как-то так. Это у тебя фриго? Ага. У меня всегда овощи, он теперь часто бывает. Вот сейчас мой холодильник, если покажу, лучше не покажу. А то потом этот... Зачем? Но у меня, хочу сказать, уже капуста, овощи, часто бывает там. Это новое, да? Aquí está bien, sí. Está. Ajá. Картошку я не очень люблю, ни в супы не люблю, девчонки. Я даже когда борщ готовлю, я туда картошку не ставлю. Не ставлю, девчонки. Я не люблю эти картошку. Но, конечно, мне нравится, девчонки, знаете, соус, вот как у нас делают, да? Там или с мясом, или там с курицей, или там, не знаю, птица, разницы нету, да? Ну вот с луком пожарить, с морковкой пожарить, это все, а потом туда картошечку, можно чесночок, если кто-то любит. Вот я не очень так, да? И вот водичкой заливаешь, и вот это мне нравится, а так нет. Мы пойдем на кошат у нас. Ладно. Вот хлебом кормят, и поэтому потом он пердит целый день, Томас. Томас, как ты, Стеван? Ну, у меня перелево, и у меня еще там, пока что там. Томас говорит, меня где-то в этот попросил. Ой, так, сейчас попробуем на соль. Соль тоже стараюсь меньше, но все равно соль. Без соли не могу, девочки. Специально вот такую коробочку купила, там уже все нарезано, приходило, ну, свежее. И вот сейчас, не знаю, Кайтана фыркать будет, не фыркать не будет, она мне сказала, я буду кушать. Конечно, будет. Потому что нет-нет, надо. А то постоянно сухомятка, сухомятка тоже, это тоже не дело. Это тоже не дело. Но моя Кайтаночка горох не любит. Зато мой муж так любит. Вот шикарный супчик получился, девочки. Так что вот так. Esteban, ¿qué? Eres блогер, ¿no? A ver, cuéntame. Я, говорит, себя, говорит, чувствовал больше, говорит, чем Арнольд Шварценеггер. Sí, pero me gusta, me gusta. Ему понравилось. Моя sensación como que soy más famoso que eso que sobre algo. Мне, говорит, так понравилось, говорит, я, говорит, себя чувствовал. Como león, todo se me queda chico. Таким, говорит, ну, вы поняли, да, короче, с высокой самооценкой. No, pero le gustaba el marroquí. И марокки сказал, говорит, ему тоже понравилось. Me preguntaba dos veces, dice, pero ¿cuándo sale? Digo, esta tarde. Когда выйдет ролик, когда выйдет ролик? Y se ha suscrito delante mí, ¿eh? Я, говорит, сказал, сегодня вечером. Digo, apúntate, dice, ahora mismo te doy un like. Сейчас, я, говорит, сразу тебе лайк. Digo, si tienes que ver los vídeos. Así que esta tarde está loco pinchando. Quiere ser famoso. Es que aquí puedo dejar las cobas. ¿Quién sabe que puedo estar ahora mismo a la mano derecha de Tom Cruise ahí saltando por la moto? ¿Quién sabe? Может меня Tom Cruise увидит, говорит. ¿Me puedo comprar una película? Может меня, говорит, в кино пригласят. Фантазия у него, девчата. El problema es que le quite el protagonismo. Если, говорит, меня, говорит, позовут, говорит, конечно, говорит, я, говорит, Том Круза уберут, говорит, а вот, говорит, что? Он acaba de hacer Tonga, pues yo hago Tonguin. Ya está.
Y a lo mejor tengo más tirada, Natalia, porque soy natural. Y ya, говорит, натуральная, говорит, может быть, даже, говорит, меня... El подлодок me paga, me pega y sale sangre, de verdad. Лучше, говорит, меня, говорит, будут смотреть, потому что если я, говорит, ударюсь, и будет кровь, это будет кровь настоящая, говорит. Eso vale mucho. Это, говорит, дорого стоит. Вы знаете, sobra que la hostia es inmediata, instantánea. No hay, no hay doble para mí. Девочки. Para mí. Es que меня, говорит, никто дублировать не будет. Я, говорит, все буду сам делать. Si es que no le hay. Нету, говорит, таких, как я. Mi jefe, ¿cuántas veces me llama? Y dice, si tuviésemos otro, digo, pues pasa que no. Мой шеф говорит, мой шеф сколько раз мне звонит и говорит, как жалко, что у меня ты только один. Совсем целует. Pues que sí, ahora mismo estaba ya, vamos, me estaba tirando esta foto en la calle. Я же фотографирую, это он уже выдумывает. Автографы не просили, автографы не просили. Yo me pongo a firmar, amo. Я говорю, буду расписываться. Ой, девчата, налью сейчас супчик. Очень даже вкусно, девчата. Сейчас я вам покажу презентацию моего супчика. Вот, девчата, смотрите, вот что здесь есть. Просто сварила курочку. И овощи. Вот так. Мои кайтаночки. Чуть-чуть водички. Чуть-чуть жидкостей. И овощей. Томас, тебя кто звал? Клубничка, да? Ты хотела, да, доча? А, девчат? Ну, смотрите, какой красивый супчик. Разве нет? Вот мне кажется, что красивый. Чуть-чуть горячий. Мне кажется, даже очень красивый. Вот так накрываю стол, девчата. Вот так, девчонки. Вот кайтаночки налила. Вот так. Это она вот так. Девчата, ему хлеб. И себе вот так. Вот так. Вот я вам говорю, девчонки, вот пользуйтесь, да, вот сейчас водички на стол. И чуть-чуть осталось еще. Наверное, я, как всегда, добавочку возьму, потому что мне очень... Я люблю такие супы, девочки. Раньше я, может быть, я их в детстве любила. Огурчики у меня есть, помидорчики есть, у меня все у меня есть, девчата. Ну, не хочу резать сейчас, потому что никто не хочет. Вот так решили. А на этого на. Чего ты ждешь? Что ты ждешь? Ай, вот смотрите, вот начинается, вот так. Я потом говорю, почему? Вот так начинается, вот так, потихоньку, потихоньку. Я тебя буду проверять, попробуй только дать еще. El único que le da pan soy yo. Да, единственный, говорит, кто хлеб дает, это я. El pan se le doy yo. Хлеб даю я. Вот семейка, а? Вот семейка. Madre mía, es que parece una gominola, ¿eh? Кайтана, ты чё? Вот ты даешь. Aquí tú, así, ¿no? No, al revés. Plato, cambia tu plato. Cambia el plato. Este es tuyo. Este es tuyo. ¿Este es mío? Sí. ¿Tú dónde vas a poner? Tú ponte aquí y yo me pongo ahí. ¿Qué pasa? No, sí, no, plato cambia. Está en el baño. ¿Ah? ¿Tú qué Я говорю, туда сажусь. Я говорю, ну, поменяй тарелки. Я ему чуть-чуть больше налила. Я так много тоже не хочу. Ну, хотя одинаково, просто я ему две ножки поставила. Я же курицу не очень, девчата. Вот так, девчонки, приятного вам аппетита. Всех люблю. Ну, не знаю, прощаюсь, не прощаюсь.